Две премьеры в праздничной программе представит лауреат международных конкурсов, президент международного конкурса «Золотой саксофон» Анна Степанова. Концерт пройдет в сопровождении Одесского национального филармонического оркестра. Концерты планировали к 8 марта, Международному женскому дню. Почему пришлось перенести, неважно. Музыкальный подарок женщинам уместен всегда и не один раз в год. Оркестр исполнит сюиту Римского-Корсакова «Шахерезада» и пьесу Поля Дюка «Ученик чародея». В исполнении саксофона прозвучит произведение Роберто Марина, итальянского композитора, моего друга Скерца, а также латинская партита итальянского композитора Роберто Марина. Нас связывает с ним многолетняя музыкальная дружба. Мы познакомились много лет назад на фестивале в Италии, и с тех пор каждый год я получаю от него музыкальный подарок, партитуру того или иного музыкального произведения. Произведения Роберто Марина будут впервые исполняться в таком составе, в таком звучании, в симфоническом. Ранее они исполнялись в сопровождении фортепиано и камерного оркестра, духового оркестра, а в сопровождении симфонического оркестра действительно это будет праздник и сказка. В нынешнем сезоне это уже третий концерт Анны Степановой совместно с Одесским национальным филармоническим оркестром. Мне всегда приятно и интересно работать с Аней. У нас уже в этом году, в этом сезоне, это уже третья программа, третий концерт, который мы делаем совместно. Она, во-первых, очень интересную программу всегда представляет. Сейчас мы будем исполнять две пьесы итальянского композитора, который посвятил ей, и даже на одной написал «Моей музе». Аня Степанова. Концерт на сцене Большого зала филармонии состоится в субботу 13 марта в 19 часов.